В гимназии номер 16 городского округа Люберцы открыто школьное телевидение. Интерес ТВ посещают около 20 детей из средних и старших классов. Они не только снимают сюжеты и пишут статьи в стенах своего учебного заведения, но и выезжают на съемки, как настоящие телевизионщики. Юные журналисты взяли интервью у Владимира Ружицкого. Работу будущих коллег оценила съемочная группа нашего телеканала. Владимир Петрович, мы знаем вас как руководителя большого завода, главу города и округа. Интересно, сложно быть руководителем? Сложно быть руководителем такого большого города? Вопрос такой философский, потому что я думаю, что человек, который чем-то занимается, он особо об этом не думает. Просто он так или иначе учится, его жизнь учит, он сам учится у коллег, кто-то читает. Какое-то образование человек получает в школе, в вузе. И в конечном итоге он к чему-то приходит. Отвечать на вопросы журналистов Владимиру Ружицкому не впервой. Но, как правило, с представителями СМИ он обсуждает проблемы округа и вопросы, связанные с развитием Люберец. Это интервью биографическое. Речь идет о детских воспоминаниях, людях, сыгравших важную роль в судьбе, о привычках и предпочтениях в литературе. Есть ли такие книги, которые помогают или помогли вам в вашей работе? Все, что связано с отношением к жизни, к переживанию, сопереживанию, психология человека, это все Достоевский. Поэтому я так время от времени там где-то загляну, хотя как бы времени нет, но это все отговорки, время все можно найти, поэтому там целый ряд есть. У юных журналистов пока первые пробы пера, но, несмотря на это, держатся уверенно. Помогла практика на школьном телевидении. Это, знаете, такая достаточно интересная профессия, интересный процесс. Пришел я, наверное, в Интерес ТВ в 6 классе, тогда у нас шел набор. Вот, я вообще еще давно этим увлекался, я и монтировать умею, и фотошопить, вот и все такое. Но мне это показалось интересным, но я решил вступить, попробовал себя, у меня получилось. Мы готовим большой выпуск по проблеме наставничества, лидерства. И поэтому мы вышли с инициативы, чтобы с нами поговорил кто-нибудь из известных лиц. И вот Владимир Петрович Ружицкий с удовольствием согласился встретиться с нашими ребятами. Они долго готовились. Из большого интервью школьники смонтируют сюжет и напишут материал в газету. Воспитанники Интерес ТВ проведут серию таких бесед с разными личностями. Первая встреча прошла более чем успешно. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.